Добрый день. Меня зовут Шапранова Татьяна. Я практикующий косметолог и тренер компании Гильтек. И сегодняшняя наша тема – уход за кожей летом. Эти правила очень просты. Защищать кожу от ультрафиолета, бережно и мягко очищать, а также активно увлажнять кожу весь период. О вреде ультрафиолета знает каждый, и мы очень часто обсуждали это. Поэтому рекомендую вам применять наш крем-мультипротектор SPF 50+ Oil Free не только для лица, но и для тела. Он не только защитит кожу от всех видов излучения, но и не оставит следов на одежде. Больше всего в летний период кожа нуждается в увлажнении, так как активно теряет влагу. Поэтому рекомендуем обратить ваше внимание на наш гель алоэ вера с коллагеном из линии Body Care. Благодаря экстракту алоэ и коллагену гель активно увлажняет кожу, успокаивает ее и сделает ваш загар намного красивее. А также это идеальное средство, если вы сгорели. Также в летний период кожа нуждается в дополнительном отшелушивании. Рекомендуем для этих целей использовать средства двойного действия. Например, гель-антиоксидант «Энергия обновления» не только мягкий и отличный эксфолиант, но благодаря своим активным компонентам еще оказывает антиоксидантное и обновляющее действие. Если вы не успели прийти в форму к лету, то стоит попробовать антицеллюлитный гель «Термоинтенсив». Этот гель рекомендован для любой стадии целлюлита и апельсиновой корки. Также, благодаря своим компонентам, он оказывает противоотечное и сосудоукрепляющее действие. После перегрева или людям с очень чувствительной кожей, его стоит использовать с осторожностью. А дополнить уход можно питательным массажным кремом спа-апельсин. Он не только окажет хороший эстетический эффект, но и позволит избавить кожу от сухости и шелушения. А на сегодня у нас все. Всем хорошей погоды. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, жмите на колокольчик.